Почему мы ночуем в палатке? Потому что нет ничего лучше палатки. Есть много всего лучше палатки. Тогда потому что я случайно запер наш фургон. Что? Все, что может быть лучше палатки, как раз в фургоне. Дедушка, что случилось? Что ж, я возвращался с гонок с Гличем, и он ужасно смешно пошутил. В общем, я так отвлекся, что оставил ключ в зажигании. И теперь мы тут застряли, пока он сюда не вернется. Я смогу выжить. Я буду смотреть мультик в этом пакете с маршмеллоу. Получается! Я знаю, как использовать твое воображение. Историю костра. Я расскажу вам о загадке из открытого космоса. И об исследователе паранормальных явлений, доказавшем существование инопланетян. Бум! Я доказал! Рассказ окончен! Я победил! Всегда пожалуйста! Но смысл не в этом. А почему ты такая высокая? Это стиль! Хочешь быть в моем рассказе? Соответствуй стилю. О, ты можешь создавать мир словами? Да, Бен, на то это и рассказ. Ладно, и еще у нас есть чипсы. Бен! Нет, это жуткие чипсы. Какие они на вкус? Как зад скелета. Допустим. Супер! Пока мы идем, я веду вас в курс дела, агент. Мы получили отсюда странный аудиосигнал пару часов назад. Взгляните. Я убеждена, что на этом видео инопланетянин. И его отличительная черта... У него толстая голова! Бен, это глупо! Слишком поздно, я сказал, он в рассказе. Смотри, кажется, я вижу космический корабль. Осторожно, внутри может кто-то быть. Да, груша для битья. Нет, ничего. Что ж, о, смотри, следы! Что? Я думал, это рассказ об инопланетянах. Ну да. Это из-за гигантской что? Головы? Смешно же было. Сделаем анализ плазмы. Но она может выпрыгнуть мне в лицо, залезть мне в мозг через слезные потоки, управлять мной, как марионеткой. Правда? Бен, я пытаюсь создать напряжение. Инопланетянин лезет тебе в мозг. А вот и нет. А вот и да. А вот и нет. Я сделала анализ. Это околоплодная жидкость, как будто здесь были яйца. Доказательства инопланетных гостей, смотри! Они вылупляются! Они огромные, большие глаза, длинные пальцы! Это темная материя, ты описываешь инопланетянина Кевина. Да, ты прав. Ну-ка, смотри! Мне это не нравится. Стой, Бен! Ты не можешь его бить, потому что он не в твердой форме. Он чистая энергия. Нет, он голова. Нет, энергия. Нет, голова. Энергия. Голова. Энергия. Болваны! Теперь я голова из чистой энергии. И у меня отвратительное дыхание. Бен, ты испортил мой рассказ. Ты шутишь? Он стал гораздо лучше. Пришло время послушать мой рассказ, тот, в котором все ладят. В бескрайнем космосе есть галактика одна. Из разных вкусных веществ целиком состоит она. В галактике той живет отважный Макс-пилот. Меж сдобных звезд он ведет свой съедобный космолет. А про меня споешь? Ах, робот Гвен, ну да, мой помощник навсегда. Да и пекарь хоть куда. Местечко есть? О, Бен, ты здесь? Не Бен, Скаджет! Почему бы и нет? Все планеты встали в ряд, и ливнем льются прямо на нас сахар, специи, шоколад. А мне просто нужен враг! Чего только в космосе нет, даже масло нежнее, чем шелк. А я люблю ударные брауни. Лучше выпей молочка, дружок. У нас нет молока. В брауни молока. Нужно нам хоть чуть-чуть. Как быть, а, дедушка? Взять курс на Млечный Путь.